Так, есть. Это все, я так понимаю, из того же альбома. Ну, слушайте, я прям даже немножко уже заранее выдохнула. Должно быть, да? Давай, не подведи. Я прям, давай. Пустила все, что могло быть. Ай, не подождите. Подождите, я просто ничего не слушаю, что я звук выключила. Так, уже вроде живенько идет. Куртка пропахла сигаретами. Однообразными сюжетами. Никто не должен нам советовать. Мы сами проходим. Так вы еще и поете? Ну, простите, я не знал. Да, вот я пытаюсь, ребят, как бы говорю, давайте закончим вот все треки, которые все хотят послушать, и в конце мой трек послушаем. А вот все, видите, оттягивается, оттягивается. Как, мазафака, выключить звук? Почему он тоже тупит? Я же вроде выключила. Господи. Звук-то надо вроде выключил. Ладно, поехали еще раз сначала. Куртка пропахла сигаретами. Однообразными сюжетами. Никто не должен нам советовать. Мы сами проходим все это. Мне нравится. Мы глядим мечтами и целями. Ну, похоже, очень 90-й конец, да, и 2000-е. Прошлое прошло, и мне не жаль. Ничего уже не поменять. Совершаем ошибки сейчас. Будешь делать, Егор Натс. Я просто его слушала, по-моему, он, коллабы с этой, господи, Мия Бойко, ну там просто, когда искала детские треки на работу, вот, по-моему, его находила, и что-то мне не очень нравится. Или не он, блин, или я его путаю с кем-то, наверное, а, Егор Шип, мать его, Шип, за ногу. Егор Шип, я его путаю, блин, да, это не тот. Слушайте, вообще, я не знаю, очень как-то прям... Вот, ну реально, не то, что прям страна единорогов, да, все там летают, пышут и все прекрасно, но вот почти что. Это так классно, как-то так легко, так понятно, что это не заморочено, все это, блин, ну это...
Год какой? А, вот, это свежатина, да? Это прям свежатина. Не знаю, мне кажется, это вообще может держаться в топчике прям конкретно определенное время. Без каких-либо... И не сказать, что это прям, ну, супер по-детски. Нет, вот цепанет мне... Вот здесь как-то сложено так, что... И музыкально цепляет, и как-то и наполнено, и кульминация, и вот красивое развитие какое-то есть. И текст не по, не, без вообще намека похабщины какой-то, знаете, вот эти вот сиськи-дрыськи все. И, ну, вот, и супер-мега не заморочено, то есть вот ни в чем, да, но это цепляет. Может быть, в этом сейчас... Как говорится, как-то что-то про простоту говорится. Вообще простота, типа, отпечаток гения, но что-то еще. Типа, будь проще, люди потянутся, да, из серии того. Ну, блин, ну круто, я не знаю. Дрыгаться хочется, и это круто. Почему бы нет, я не знаю. Как-нибудь послушаем. Я тоже за альбомчик этот. Правда, классный. Правда. А сколько, кстати, там треков? Что молодость все простит, и в этом есть доля правды. Ведь именно молодость мы совершаем необдуманных ошибок, да. Молодость. 11 треков. Я уверена, что вообще, наверное, крутяво там все звучит. Крутяво. Так, ну ладно. У нас еще, что у нас есть? Что у нас есть, Санчес? Подожди, ты присылала какую-то ссылочку? Какую-то ссылочку. Вот она ссылка. Почему YouTube?